США снабдят боевиков автоматами Калашникова собственного производства. Об этом пишет авторитетное издание National Interest. Оно подчеркивает, что командование спецназа США и так снабжает российским оружием некоторые группировки на Ближнем Востоке. Добавлю, наши образцы дешевле в производстве и проще в эксплуатации. Устав, видимо, иметь дело с ненадежными поставщиками, Пентагон задумался о производстве собственных пулеметов Калашникова и крупнокалиберных «Утесов». Правда, в Вашингтоне предпочитает говорить о максимально похожих системах, ведь оплачивать лицензию там не собирается. Вот что сказал военный обозреватель Виктор Литовкин. Автомат Калашникова сегодня самый распространенный автомат во всем мире, и они здесь разных модификаций. То есть модификации разные, но выпуска разных стран. Египетские, южноафриканские, китайские, чешские, болгарские, сербские, польские и так далее и тому подобное. И они не все высокого качества достаточно вот, по сравнению с российскими. Американцы раньше они закупали наши автоматы, а сейчас, когда они объявили санкции против наших предприятий, в том числе и против Ижевского завода Калашников, вот, они решили выпускать эти автоматы сами.